А может, благодаря хорошему урожаю стоимость овощей немного упадет, но вот пока она, увы, идет в рост. В Иркутск, кстати, подбили данные по ценам за май, и вот что получилось. Из продуктов питания сильнее всего подорожал, как это ни странно, обычный репчатый лук. Сразу на 41%. Еще прибавили в цене морковь, свекла, виноград и чеснок. Те, у кого в рационе есть сырокопченые колбасы, свинина, молочные продукты, рыба, тоже, вероятно, заметили увеличение расходов. Зато подешевели яйца, помидоры и огурцы. Что касается непродовольственных товаров, то здесь следующая ситуация. Ощутимо выросли в цене моющие средства и зубная паста, а еще подорожало постельное белье, одеяло и подушки. И напоследок любопытные цифры из сферы туризма. Билеты на самолет стали дешевле на 2%. Мелочь, а приятно. А вот проезд в поездах дальнего следования подорожал.